Вас очень много всех. Я рад вас видеть здесь. И мне кажется, что вот в это время, позднее и в такой мороз, здесь могут собраться только люди, которые действительно задаются вопросами, как же люди влияют друг на друга, вот, как на людей влияет их окружение, вообще, что там с людьми происходит в плане их социальной экологии. У нас с вами есть полчаса на то, чтобы эти вопросы обсудить. Меня зовут Ильдар Равильевич Абитов. Я доцент кафедры дефектологии и клинической психологии КФУ. Вот и тема там обозначена. Я сейчас, когда сюда заходил, посмотрел, как предыдущий докладчик, замечательный химик Аркадий Курамшин, обозначил там формат своей лекции, лекция-квиз. Я подумал, как же я не догадался там про квиз написать, да? Я на самом деле хотел бы, ну, хотя бы периодически с вами общаться, какие-то вопросы иногда задавать. Вот, и я буду рад, если вы, ну, будете участвовать, да? Здесь не ставятся никакие оценки, и на самом деле важно просто, ну, некая активность, да, там, интерактивность общения нашего. Итак, ну вот... Как вы думаете все-таки? Вот здесь написано прямо, да, что люди как-то влияют на других людей, ситуации влияют. Скажите, а есть у вас идеи по поводу того, ну, что именно действительно может влиять на людей? Что в ситуации? Что в людях других? Настроение может влиять. Там настроение других людей. Спасибо. Погода может влиять в плане окружения, да? Окей, спасибо. Интересы. Массовые интересы. Ага. Интересы группы, в которой находится этот человек, да? Социальный статус человека, роль, да? Может быть, которую он играет. Окей. Эмоциональное состояние другого человека, да? Окей, я дам еще вариант, да? Да? Характер другого человека, да, может влиять? Окей. Потребности другого человека по отношению ко мне, да, например? Спасибо, действительно много очень всего. Я этот вопрос еще задаю, потому что, смотрите, психологи очень любят изучать человека, да, его там психологические особенности. И так получилось, что очень много исследований посвящены психологическим особенностям конкретного там индивида. И психологи как-то вот так сложилось, да, что стали думать и в исследованиях своих это отражать, что на поведение человека... Вообще, нормально меня слышно? Что-то, да? Пожалуйста, а можно микрофон чуть-чуть подальше, а то у нас прямо... Ага, хорошо, попробую. Я непривычен с микрофоном. Еще подальше. Так лучше? О, спасибо. Да, ну, я тамадой не бываю никогда, да, я преподаватель на самом деле. Итак, психологи привыкли думать, что есть какие-то психологические особенности человека, которые влияют на его поведение. И поэтому можно их диагностировать, например, там, черты характера, личности, и сделать выводы о том, как он будет себя вести. Ну, например, есть люди там, с повышенной агрессивностью, и мы можем предположить, что они будут вести себя агрессивно в разных ситуациях. Так вот, сегодня я хочу оспорить это суждение, да, и на самом деле буду это делать не я даже, а мы будем с вами наблюдать за тем, что узнавали психологи же о факторах, влияющих на поведение людей. Следующий слайд, пожалуйста. Вот как все начиналось. Да? Значит, в 20-е годы, 20-30-е годы 20 века был выявлен так называемый Хоторнский эффект. Да, вот вы видите такой слайдик. Значит,
с небольшой информацией о том, как это происходило и что это такое. Вообще, что это было такое? Группа психологов пришла на производство для того, чтобы узнать, какие факторы влияют на производительность труда. Они очень кропотливо к этому делу подошли, да, в деталях все исследовали, но обнаружили очень неожиданную вещь. Оказалось, что кроме, там, например, знаю, того расстояния, там, которое человеку, там, на котором он находится от станка, да, всяких эргономических характеристик, влияет еще сам факт наблюдения, как оказалось. И у вот этих вот самых работниц, ткачих, когда за ними наблюдали, их фотографировали, у них что происходило с производительностью труда, как вы думаете? Она повышалась. Она повышалась, действительно. Причем их заранее предупреждали о том, что не нужно обращать внимание на то, что происходит. Это никак не скажется там, на премировании, никто никого не будет наказывать, никто не будет никому дополнительных денег платить. Просто делайте то, что делаете обычно. Они делали это почему-то лучше. Потом, когда стали исследовать этот эффект более подробно, то выяснили, что, оказывается, есть два варианта, да, его реализации. Один вариант – это когда человек очень хорошо умеет делать то, что, зачем наблюдают. Ну, например, как те ткачихи, которые отлично умели работать за своими станками. Вот если наблюдают за такими действиями, то производительность увеличивается, человек действует лучше. А если человек плохо умеет пока делать то, зачем наблюдают, то тогда обратный эффект происходит. На самом деле он действует менее эффективно, причем достоверно менее эффективно. Пойдемте дальше. Такой вот симпатичный дядечка, американский психолог Соломон Эш. Он провел ряд экспериментов, которые вошли в историю социальной психологии. Вот видите, здесь справа изображены такие отрезочки. Это стимульный материал. Что он делал? Он набирал испытуемых, добровольцев. Часто это были студенты там, университета. А дальше он этих испытуемых приглашал в особые созданные им условия. То есть это была группа людей от 2 до 7 человек. И в этой группе только один был наивным испытуемым. Остальные были подсадными утками, то, что называется. Они знали, что нужно делать. А дальше он этой группе людей предъявлял вот такие вот отрезочки. Смотрите, он показывал две карточки, на одной один отрезок, на другой там три. И он предлагал из трех выбрать тот, который по длине соответствует тому самому на карточке А, единственному. Была серия экспериментов, это был не один эксперимент. Он начинал все с того, что вся группа отвечала правильно. Как вы думаете, здесь вообще ответ очевиден или нет? Ну да, вроде как очевиден. Все его отрезочки достаточно серьезно друг от друга отличались, поэтому вопрос был, в общем, на детей рассчитан. Но в какой-то момент подсадные испытуемые начинали такую штуку делать. Они давали неправильные ответы. И вот когда они давали неправильные ответы, то с настоящими испытуемыми, наивными, происходила удивительная вещь. В 30% случаев, не в 100, конечно, да, в 30% случаев они давали вслед за группой неправильный ответ. Еще одна цифра. Выяснилось, что 75% таких наивных испытуемых хотя бы один раз дают неправильный ответ вслед за группой. То есть 30% из всех ответов неправильные, конформные, то есть, да? Речь идет о конформизме. И 75% испытуемых дают хотя бы один ложный ответ. Когда их спрашивали, почему они это делают, там были достаточно разные объяснения. Чаще всего они говорили, что они боятся ошибиться, да? Возможно, они чего-то там не знают, что знает группа, другие люди. Либо они говорят, что они хотят отличаться от других.
Теперь вопрос. Вот я вам сказал, да, что он немножко изменял условия, в частности, численность группы. Как вы думаете, а что влияло в этих экспериментах на нонконформное поведение? В каких случаях наивные испытуемые вели себя как нонконформисты? Малое число участников. Малое число участников. Вы правы, абсолютно. То есть там, где было всего два человека в группе, этот искаженный ответ подсадного участника вообще ничего не решал. То есть наивный испытуемый абсолютно с легким сердцем отвечал, что это неправда. Правильный ответ такой. Там, где были группы из трех человек, в общем, происходило примерно так же. Против двоих человек тоже выстаивал. Но там, где группа доходила до трех подсадных участников и более, там проявлялся этот самый эффект конформизма. А еще Эш сделал такую вещь. Он создал такую модификацию эксперимента, где один из группы первым начинал противостоять ей, один из подсадных, и говорил, что на самом деле это не так, да, а правильный ответ такой. И в этом случае наивно испытуемый гораздо чаще давал тоже нонконформный ответ. Ну, а теперь пойдем мы с вами к историческому прецеденту. Знаю, может быть, есть люди, которые про эту молодую женщину слышали. Кэтрин Дженовезе, или Китти Дженовезе, как ее часто называют в учебниках по психологии. В 1964 году, насколько я помню, произошла эта история. Она драматическая, да? Я сразу предупреждаю. Вот. Значит, произошло следующее. Вот эта вот молодая женщина, ей было тогда 27 лет, 27 или 28. Значит, она возвращалась с работы, работала она в баре администратором, и было это все дело ночью, под утро, 3 часа утра. Возвращалась она домой, поставила свою машину, и это все происходило в очень людном районе. Значит, ну, представьте себе двор, где высотки смотрят друг на друга, и, в общем, полно народу, вот, но все они спят в это время. И вот она выходит из своей машины и видит, что какой-то подозрительный субъект, там, пригнувшись, смотрит в ее сторону. Она побежала к будке, к телефонной. Мобильного-то тогда не было. Да? Она, значит, к будке бежит для того, чтобы позвонить в полицию. Ну, и этот человек, не теряя времени, он ее догоняет. И выясняется, что у него в руках нож. Он наносит ей удар этим ножом, она кричит. Это все недалеко от ее подъезда происходит, дома. Она кричит, и кричит громко, включается свет в окнах. Люди выглядывают оттуда, и даже окна раскрываются. Но при этом никто из них не спускается вниз. Да? И кто-то из людей даже кричит, там, оставь девушку в покое, что-то в этом роде. Этот мужчина скрывается. Ей нанесено несколько ножевых ранений, но тем не менее она встает и там как-то пытается двигаться в сторону подъезда. И окна, снова свет в окнах гаснет. Вот, и этот мужчина возвращается. Возвращается и продолжает издеваться над ней. Значит, она снова кричит. И опять загорается свет. И он снова прячется. Так происходит несколько раз. Да? Три раза он к ней возвращался. Последний раз, как пишут в литературе, она была около своего подъезда, то есть фактически пыталась открыть дверь подъезда, но ей это уже не удалось. Она была убита, значит, а после этого, значит, в больших газетах вышли статьи по поводу того, что 38, по-моему, человек являлись свидетелями этого преступления. То есть 38 человек слышали крики, и часть из них выглядывала в окна. Значит, тогда очень сильно озаботилась общественность американская тем, что происходит с людьми в мегаполисе. Это был большой город, и начали говорить даже вообще о какой-то такой особой лени городской, о какой-то черствости людей в отношении друг друга. Никто не вышел, не помог, хотя там были мужчины, и даже полицию не вызвал. Полицию вызвали, когда уже было поздно. Пойдемте дальше. Вот такая вот история. Ну вот были два человека. Одного из них звали Джон Дарли, а второго Бип Латан.
там одна из транскрипций, другая биплатаны. Еще два социальных психолога. Они почему-то не поверили в то, что вот такие вот люди становятся в городе. Да? Но, по-видимому, они имели дело, например, в том числе с людьми, которые готовы были помочь, как и вы, наверное, все. Да? И поэтому они усомнились на самом деле. Они говорят, что-то в газетах пишут не то. И вообще все эти вот мнения, там какие-то эксперты стали выступать. Они говорят, что-то подозрительно в этом во всем. Надо проверить. И они совершенно замечательные эксперименты придумали для этого. Один из них был такой. Значит, они набирали студентов в качестве испытуемых. Студентов очень любят, да, исследовать психологи. Это все дело происходило в кампусе университетском. И здесь действительно это было допустимо. Да? То есть на студентов действуют такие же факторы, как на всех остальных людей. Так вот, набрали студентов и сказали, что исследовать мы будем, значит, жизненные трудности, с которыми вам приходится сталкиваться на первом курсе. Это были первокурсники, студенты. И то, как вы их преодолеваете тоже. Значит, посадили они этих студентов. Вот, значит, один студент, одна комната. Поставили там микрофончик, как вот мне дали сегодня. И сказали, что в соседних комнатах тоже сидят студенты. Но у нас все так организовано, вы не должны друг друга видеть. Значит, они каждый в своей комнате будут рассказывать о своих трудностях. Будет это происходить по очереди. И вы будете слышать каждого из них. А когда вам скажут там пятый, то вы говорите о своих трудностях. И вам на это дается там минута времени. И вот сидит этот студент, ждет своей очереди и слышит первого же, значит, студента выступающего. И тот говорит, что ему очень трудно. Там, в Нью-Йорке это все было дело. Говорит, в этом большом Нью-Йорке трудно, потому что учеба сложная. И вообще тут очень как бы другие люди совсем. А еще трудность в том, что у него есть болезнь, вот, с которой он живет, эпилепсия. Вот, и у него случаются припадки. Вот. И, ну, припадки иногда бывают очень тяжелые, и вообще, ну, от них можно умереть даже, да, если никто помощь не окажет. Микрофон выключается, дальше следующий студент. И в конце концов доходит очередь до вот нашего, значит, испытуемого. Он говорит о своих трудностях. А потом в конце, значит, по кругу слово возвращается. И вот оно возвращается тому самому нашему первому испытуемому. И вдруг в эфире прямо слышно, как тот начинает задыхаться и говорит, что мне плохо, помогите, у меня, кажется, начинается приступ, и дальше уже там хрипы только. А дальше экспериментаторов интересует, как будут реагировать наши студенты. Вы раскусили уже, да, как этот эксперимент строился на самом деле? Никаких студентов, конечно, других не было. Да, был только наш испытуемый конкретный. Все это была запись. Вот, это была запись такого, да, псевдоприступа. Но наш испытуемый-то об этом не знал. Экспериментатор сидел снаружи, и он заранее предупреждал. Он говорил, я потом буду слушать записи. Я не буду участвовать, чтобы не влиять на вас. То есть студент знал только, что вокруг в нескольких комнатах другие студенты, а в коридоре сидит экспериментатор и ждет, когда все закончат говорить. А дальше Дарли и Латтон наблюдали за тем, как будут себя вести их испытуемые. Выяснилось, что только 31% испытуемых, вполне здоровых, нормальных, адекватных и интеллектуально развитых молодых людей и девушек, выбежали для того, чтобы сказать экспериментатору о том, что, да, нужна помощь. Значит, это происходило, когда они думали, что там 8-10 человек еще есть в соседних комнатах. Но когда эксперимент был организован так, что студент думал, что есть только он и больной студент, то тогда около 80% испытуемых бежали спасать. Готовы были сами спасать, трясли экспериментатора и говорили, надо помочь ему, ему плохо. Что здесь играло свою роль? Как вы думаете, если себя поставить на место Дарли и Латтона? Что... Чем меньше людей, тем выше вероятность, что он поможет. Чем меньше, как ни странно, людей, да, тем больше вероятность, что этот человек поможет. Они назвали этот эффект диффузией ответственности. То есть оказалось, что сначала-то думали, да, что чем больше людей, ведь люди такие вот, значит, они социальные существа, и чем больше их, тем более они настроены друг на друга. На самом деле выяснилось, что нет.
Когда всего два человека, тогда вероятность оказания помощи около 85%. А вот когда их много, то она резко падает. До 30% примерно снижается. Еще одну незакономерность выявили, о ней скажу и пойдем дальше. Они обнаружили, что если испытуемый не выходит из комнаты в течение первых 3 минут, то, скорее всего, он не выйдет из нее совсем, пока его не позовут. То есть, если за первые 3 минуты человек помощь оказывает, решается, то тогда он ее окажет. Если нет, то пиши пропало, в том смысле, что он этого не сделает, скорее всего, уже никогда. Идем дальше. Замечательный совершенно исследователь Стэнли Милграм. И рядом его книга, значит, она издана на русском языке, называется она «Подчинение авторитету». Значит, и в ней описан всего один его эксперимент. Их на самом деле было много. Но этот эксперимент тоже такой краеугольный для психологии. Заключался он в следующем. Представьте себе, значит, Йельский университет, значит, конец 50-х, по началу 60-х годов. Очень важна сама социальная ситуация, да, которая тогда вот существовала. Сравнительно недавно закончилась Вторая мировая война, и там историки, всякие, значит, исследователи гуманитарного такого профиля строили гипотезы по поводу того, почему все это произошло. Почему немецкие солдаты делали то, что они делали. Почему были концентрационные лагеря. Да? Почему уничтожали массу народу. Гипотезы, много всяких идей, но остановились на такой психоаналитической идее. Да? Все знают идеи, которые от Фрейда, да, пошли. Фрейд считал, что на ребенка очень большое влияние оказывают его родители в раннем детстве, особенно там фигура отца такая значимая оказывается. Предположили, что в немецком обществе очень сильны патриархальные традиции. Там отец играет вообще особенную роль. Он такой настоящий патриарх. И поэтому вот эти вот мальчики немецкие воспитаны были в этих традициях. И фюрер, там, Гитлер, он им как бы олицетворял отца. И поэтому, когда Гитлер говорил, что надо там куда-то идти, выступая с высоких трибун, то они это делали. Потому что, ну, как отец сказал. Да? Милграм опять усомнился. Да? Так же, как Дарли и Латтон, тут и Милграм усомнился. Не знаю, что не устроило в этой идее. Вроде все было гладко. Да? И, ну, где Америка, где там Германия? Можно пообсуждать было это и забыть. Но Милграм решил проверить это в эксперименте. А сделал он следующее. Он закупил оборудование, значит, для такого кабинета, значит, где было такое устройство, похожее на электрический стул, установил. Провел туда электроводы, все это очень красиво он там организовал. Первый свой эксперимент он провел на территории кампуса Йельского университета. Позвал он молодых людей, но там в основном были, опять же, студенты или люди, связанные там с высшим образованием. Вот в этой книжке есть прямо объявление, которое он дал. Он платил $4, по-моему, за участие в этом эксперименте. Значит, он написал, что собирается он исследовать особенности памяти и влияние там, на память наказания. В общем, память он хочет исследовать. Ему нужны мужчины под такие-то параметры подходящие. А параметры он задавал возрастные, да, которые как раз совпадали с возрастом немецких военных, да? То есть до 45 где-нибудь лет молодые люди, которые могут служить. Набрал он себе группу эту, по одному он их приглашал, этих людей, значит, встречал испытуемого экспериментатор в халате, как это положено, встречал его на пороге, значит, лаборатории, проводил внутрь, говорил о целях эксперимента, которых я вам заявил уже, да, исследование влияния наказания на память. Он даже книжку показывал. Говорит, вот ученые исследуют, там, как люди запоминают, но неизвестно, наказание влияет или нет. Например, когда родители шлепают ребенка, чтобы он что-то запомнил, это, ну, научно можно доказать, влияет это или нет. Мы хотим разобраться. Соответственно, значит, наш испытуемый все это слышал. Потом появлялся еще один человек, еще один испытуемый. Подсадной.
Уоллес его звали, да, Уоллес. Такой симпатичный мужчина. Значит, так, сбоку там будет фотография. Следующий, да, покажите, пожалуйста. Ну, вот он, да. Вот этот самый Уоллес, это актер. Значит, экспериментатор предлагал тянуть жребий. Он говорил, сейчас один из вас должен быть учеником, а другой учителем. И мы будем проверять, там, как влияет наказание на учение. Кто будет учеником, учителем? Там? Ну, давайте будем тянуть спички. Так и происходило, и Уоллес всегда вытягивал там, короткую. Да? Всегда оказался учеником. Все это красиво обыгрывалось. Он говорил, о, опять мне всегда не везет. Его отводили в специальную комнату, где стоял тот самый электрический стол. Дальше ему крепили электроды. Вот смотрите, там экспериментатор и испытуемый, да, наивный. Они прикрепляют электроды актеру. Дальше, обратите внимание, вот на этом вот демотиваторе, да, с черным фоном показано, как это все было организовано, пространство. Значит, электрический стул, да, электрик-чер, студент, ученик, значит, экспериментатор, видите, и посередине учитель, teacher. Electric Shock Switch. То есть у него был там, значит, набор рубильничков, аппарат. Причем все было, опять же, по-честному. Был написан производитель, прям фирма, которая произвела этот аппарат. Провода вились. Более того, учителю нашему давали пробный разряд тока. Это действительно было так. Ему говорили, ну, чтобы вы понимали, да, вы сейчас будете обучать с помощью наказания, будете подавать... Значит, разряд электрического тока ученику. Но чтобы вы знали, как это чувствуется, давайте мы вам один разряд сделаем, но это часть эксперимента. Ему давали разряд силой 45 вольт. Это ощутимый разряд, но он не так, чтобы очень болезненный, но чувствуется и неприятно. Значит, ученик его получал, электрод прикрепляли к руке, потом уходил на свое место. Дальше ему объяснял экспериментатор, что, значит, эксперимент заключается в следующем. А ученик будет повторять определенные там, комбинации слов. Он должен делать это правильно. Если он делает правильно, то вы ничего не делаете в ответ. А вот если он ошибается, то вы должны подавать разряд, повышающийся с каждым разом. Начинается он с 15 вольт. 15 вольт, 30 вольт и заканчивается разрядом в 450 вольт. Значит, было написано, что... Там, где 300 вольт, была отметочка, что это очень сильный разряд, значит, вызывающий сильную боль. Значит, была отметочка болевой шок, и там, где 450 вольт, там был череп с костями. В общем, не череп с костями, а 3Х. 3Х было написано просто, и все. Дальше начинался эксперимент. Значит, слова, естественно, ученик один раз читал правильно, потом начинал ошибаться. Значит, и наши с вами испытуемые били его током. Вот перед тем, как все это начать, Милграм хитрый провел опрос. Он опросил многих людей, включая студентов-психологов, врачей-психиатров и практикующих психологов и психотерапевтов. Он спросил, вот если я такую вещь сделаю, как вы думаете, сколько людей дойдут до самого конца шкалы? Как вы думаете? 4%. Это ваш взгляд или это ваш прогноз по поводу того, что сказали? Это психиатры так думали. Еще есть варианты? Что думали психиатры? Много, мало, 4%, больше? Ноль. Вообще никто не дойдет. Но они думали, что больше половины, да, думаете? На самом деле психиатры... И студенты к ним присоединялись. Они считали, что очень мало людей дойдет до конца. Они даже объясняли это. Говорят, это психопаты. То есть есть такие люди с особыми чертами, например, агрессивностью выраженной, и они не могут себя контролировать. Но они могут быть не диагностированными. То есть в жизни они там как-то приспосабливаются. Близких могут бить, тиранить, да. А здесь это все проявится, и поэтому они прям до конца пойдут. 0,5, около 0,5%. Всех. И дальше они там такую кривую чертили. То есть все меньше и меньше людей будет увеличивать, да, значит, силу тока. Милграм эти данные собрал, создал эту кривую, составил. А дальше он провел эксперимент. Теперь ваши идеи. Не знаю, может быть, кто-то знает, эксперимент известный.
Но я бы хотел, конечно, ваши идеи больше послушать. Сколько людей дошло до конца шкалы, как вы думаете? Больше половины, говорит, почти все. Нет? А, заканчиваем, да? Угу. Значит, на самом деле 65% людей дошло до самого конца шкалы. Значит, и все 100% дошли до 300 вольт, там, где очень высокое напряжение. А в это время, надо сказать, что это наш испытуемый кричал. То есть он не сидел просто так. Он же не случайно там оказался. Он подавал признаки, да, что ему очень больно. Вот. Когда доходили до конца и оставалась парочка делений, он замолкал. То есть он сначала бил ногами в перегородку, а потом замолкал. Так вот, 65% дошли до самого конца и три раза повторили по 450 вольт. А значит, 100% дошли до 300 вольт. Что дало понять Милграму, да, из чего он сделал вывод? Что очень важно, есть эффект социально-психологический, подчинение авторитету. И вопрос не в отце, не в каких-то еще таких факторах внутренних, личностных. Он, кстати, проводил тестирование очень подробно этих людей. А влияет на них то, что рядом находится человек в белом халате. И когда они хотели остановиться, он мог сказать им только, что продолжайте, пожалуйста, и нужно продолжать эксперимент. Он не мог на них давить. Еще один важный момент в конце. Когда он, экспериментатор давал деньги, это происходило в начале, то он заявлял с самого начала, что деньги он уже не заберет. И что бы ни происходило, деньги останутся у вас. То есть это не был даже материальный интерес. Да? Это было влияние именно авторитета. Много очень таких исследований. До последнего слайда домотайте, пожалуйста. Там есть список литературы. Это Стэнфордский тюремный эксперимент. Ну и вот несколько книжек, из которых я брал информацию, которую я вам советую на эту тему. Спасибо за внимание. Наше время закончилось. Рад был вас видеть.